Ее нетрадиционно время клубники. Существует масса рецептов, в которых эта ягода – основной ингредиент. Свои блюда химчанам предложил профессиональный повар. Он провел в городе мастер-класс, приготовил фреш-салат и тартар, а также легкую заправку из йогурта. Все это великолепно сочетается с той погодой, которая стоит на улице. И если данные блюда подавать в охлажденном виде там, в обед, может кто-то даже на завтрак пришить себя по поводу такими вещами. Но на самом деле эти блюда настолько неприхотливы и просты в приготовлении, а тем более в употреблении, что я думаю, они порадуют вас и ваших близких. От слов к делу: нарезать и подготовить ингредиенты, выложить слоями, украсить — и блюдо готово. Подобные мастер-классы проходят в Химках регулярно. О времени и месте проведения тренинга, а также тематику встречи можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости» или же на специальном сайте eventadminhimki.ru.